Поехали. Нет, я задефаю. Всем здорово, Найке, вы снова. И что ж, сегодня мы с вами заберем скин за последний уровень Бравл Пасса. Он же Валькирия Джанет. Я считаю, что этот скин самый лучший вообще за все 12 сезонов. Я-то точно знаю, о чем говорю. Как-никак, что все эти 12 сезонные скины у меня на аккаунте имеются. Поэтому есть с чем сравнивать. Скин очень красивый, эффект анимации. Я вам рекомендую поставить лайк и подписаться на канал. Ведь тут выходит достаточно часто интересный контент. Поэтому приступаем. Сначала предлагаю сыграть каточку в сейфе на обычный инженет. Запомнить классическую модельку бойца. Поехали. Не будь у нас Эдгара, могло быть гораздо лучше. Ну ничего страшного. Как-нибудь вывезем. У них-то бит тоже не идеальный, то есть там ближников много, у нас дальники в основном, конечно, но они могут очень сильно задолбать. Так, я ж надеюсь, я вылечу там, где надо. Джанет просто шикарный персонаж, я, то я буду скине до скине говорить, но Джанет вот сама по себе это очень классный персонаж. Ульта бесючая, что может просто на 6 секунд быть неуязвимым, считаю, что... То есть можно не только проатаковать эти 6 секунд, можно сбежать, можно там всю карту пролететь, можно, то есть наоборот, подобраться к цели поближе. Бойца, у ульты куча применений, так же как и у самого бойца. Можно играть и на закрытых картах, и на открытых. Шидени, Шиде, Трио. Дуэли я вот играл. Видно, что их убрали. Они там побыли недолго, там несколько дней всего лишь. 5 вроде. Их убрали. На самом деле, я в этом видео планировал, да, пойти на 25 ранг, но долго еще. Я же уезжаю, поэтому я не смогу это видео во время отдыха, конечно же, сделать. Если я буду там еще дапать на 25 ранг. Поэтому я уже отдельно решил записать, как я заберу скин. И отдельно потом дапаю на 25 ранг, решу про это видео. И потом еще отдельно запишу видео, как прокачать его на 25 ранг. Но это, конечно же... Всему требуется время. Ну все ж, давайте забирать скин. Поехали. Итак, Валькирия Джанет. Поехали. Наконец, очень долго проходил этот сезон. Еще я на прошлых выходных видел, что у людей есть этот скин, а сегодня и сам его получил. Предлагаю сыграть пару каток на этом чудесном скине. Поехали. Сейчас нужно выиграть эти 3 боя. Так, о, какая красивая атака, замечательно. Замечательно. Так. Вообще прям классная атака. Однозначно заслуженный скин. Гаджет, насколько я знаю, не изменяется. Меня прям так больно толкнули, так сидит вроде бы. Да ладно, ладно, все, затемнились, мужички, затемнились. Мне кажется, что-то подлагивает. Да. Вообще, суперские анимации у скина, это прям... Я не знаю, что можно сделать лучше для Джанет, чем вот это вот. Там замечательный скин. У него еще ульта очень красивая. Прям шикарный скинчик. Вообще, вот всем рекомендую приобрести этот сезон. Потому что эмоции классные, спреи добавились. Если такой спрей есть еще. Вот тут за такие низкие ценники продавался прикольный спрей тоже. Так, будут разламывать стенки. Я знаю, что многие... Нравится контент с боями, вот я сейчас экспериментальным делаю такие моменты. То обычно я просто скин забираю, а тут бой позаписывать. Так. Эти кнопочки маленькие, на планшете удобно. Так. Что здесь ставит крестик на мой череп? Эдгары очень такие опасные ребята, да, вот лучше их, конечно, добивать, я прям согласен. Лучше еще, конечно, второго Эдгара забирать. Вот у Джанет просто из-за ее ульты 6 секунд неуязвимости. То есть, когда вот сейчас карта сузится, и все будут друг друга месить, я буду просто 6 секунд в воздухе неуязвимым. Поэтому очень важно это учитывать. Я предлагаю замочить Эдгара. Что у меня идеально получилось сделать. Они вообще нафиг не нужны. Так, остались всякие ближники и Пайпер. Булл тут активно пытается всех тоже замочить. А я в конце просто поставлю гаджет по необходимости. Давайте теперь замочим вот эту бибию.
Ладненько. Нет. Ну, похоже, мне конец, я умру пятым, потому что я не знаю, сейчас что еще. Разве что сейчас я накоплю еще одну льду. Увы, мне не получилось накопить очередную льду и умер. Получить. Так, ну давайте выигрывать. Давайте выигрывать. Так, давайте так сделаем. Есть, забрал. Не, не забрал, но гаджет был очень противный, этот второй. У нас Мортис в команде, а у них Гейл Тара. Потому что у нас шансы на победу то такие. Не верим какие-то высоты, спасти свою жизнь. Вообще атака замечательная, такие прям красивые золотые выстрелы, очень все классно сделано. Еще хорошие скины тоже, мои любимые. Все остальные такие были более средненькие. Я забрал Гейла. Вот, кстати говоря, от ульти Джанет очень достаточно просто уворачиваться. Нужно сказать, что он двигается. Она очень медленно, потому что летает. Нет, не выйдет. Капец вроде, да? А нет, не капец. Я честно думал, что она взобьет. Я в этом не сомневался. Уже смирился с поражением. Потому что в таких ситуациях очень редко... О, нет, пора взлетать. Что мне про это... Попробую сейчас ее добить, но ничего не обещаю. Да, я добил ее. Чтоб наш чувак забрал его. Сейчас я постараюсь ему пасануть. Не знаю, он забьет или нет. У него вроде 11-я сила, как к нему справиться. Я уже хотел его похвалить, но опять рано выводы делаю. Так, что-то сейчас я на автоатаке не очень круто сыграл. Попробую забрать этого Сурджа. Видите, очень легко выращиваться от Джанет. Сейчас меня, скорее всего, еще убьют. Даже щит не спасет второго уровня. Походу на... Если... Не, Брок вынес мяч. Конечно, но на открытой карте крайне тяжело. Не, не, все-таки мы проиграли этот раунд. Это прям очень проблематично. Я сейчас с планшета зайду, оставлю одну карточку, и мы с вами все-таки ее, да, поймем. Это Джанет. Let's go.